Премьера, новый большой мультфильм. Главный герой у нас в студии. Неугомонный бедокур. В чем секрет его успеха? Все это в мультобзоре. Смотреть всем! В студии София и Филя. Срочная новость. Премьера! Новый большой мультфильм про Гурвинника. Дамы и господа, время большого представления. Весь мир театр, а кукловод в нем я. Опять ты? Победим этого деда и закончим игру. Сегодня главный герой – гость нашей студии. Раз, два, три. Гурвинник, приходи. Привет, София и Филя. Привет, приятно познакомиться. Гурвинник, мы слышали, что о тебе еще давным-давно в журнале «Мурзилка» писали. Да, было такое. Меня знали еще бабушки, дедушки и родители ваших зрителей. Я самый обычный мальчик, живу в Чехии, мне 10 лет. Жил себе спокойно, в компьютерную игру играл. Пока звучит не страшно. Я так мечтал победить, но потом, когда это случилось, такое завертелось. Я попал в старый музей игрушек, случайно активировал один волшебный диск, и там все ожили, как в игре, только по-настоящему. И чем все закончилось? Посмотрите фильм, и вы все сами увидите. А сейчас мне пора бежать. Надо спасать город. Пока, пока, Гурвинник. Удачи тебе. Пока. Ну а вы, ребята, не переключайтесь. Ведь в эфире мультобзор. Смотреть всем. Филипп, ты видел новую серию джингликов? Да, про заколдованную диадему. Все девчонки поссорились из-за украшения. Теперь без резких движений. Аккуратненько. Одновременно отпускаем диадему и хватаем мою лапку. Вот она, эта самая синенькая. Вы сможете? Давайте. Умные, хорошие, добрые девочки. Пожалуйста. Отпускаем на счет три. Кажется, мы и правда сошли с ума. Да помогите вы! Один. Это сложнее, чем ты думаешь. Эгоистичные. Два. Ты сможешь, Котя, ты сможешь. Одержимые. Это всего лишь глупая побрякушка. Ты. А спас их бедокур. Да. Коль увидит девушка ее, возродится старинное зло. Кошмар! Ужас! Катастрофа! Или я все же немного драматизирую. Но чутье! Мое звериное чутье! Оно меня никогда не подводило. Оказывается, он умеет не только бедокурить. Интересно, а что еще он может? А давай спросим это у актера, который его озвучивает, а? Хорошая идея. Внимание! Смотреть всем! Экран, карта. Город Москва. Филя, София, я на месте. И сейчас я узнаю, кто же озвучивает нашего любимого бедокура. Ничего не трогай. Бедокур – самый неугомонный и озорной житель Джингл-Сити. Ну, вы же меня знаете. Какой забавный у него голос. Где-то я его уже слышал. Приготовьтесь. Это искусство будущего. А вот и актер, который его озвучивает. Да это же Каляка-Маляка из передачи «Давайте рисовать» на телеканале «Карусель». Смотрите, возможно ли это? Вот это да. Чудеса вот это левитации. «Давайте рисовать»? Давайте! Из него получился отличный шустрик бедокур. Манюня, Манюня, пожалуйста, сделай что-нибудь вкусненькое. Блины испеки, завернем в них мясо, картошку, капусту и какие-нибудь фрукты. Сильно приходится менять голос? Трудно сказать. Иногда приходится менять, а иногда оно само как-то так меняется и получается бедокур. В прошлый раз оно было как-то пободрее.
Если бы не бедокур, джингликам жилось бы скучно. Все, некогда мне с вами болтать. Пора тушить пожары. Ведь где-то обязательно что-нибудь горит. Чуй. Расскажите, пожалуйста, о вашем герое. Моего героя зовут Бедокур. Имя у него говорящее, потому что он бесконечно бедокурит. Он что-то творит, вытворяет. И у него все валится из рук. И, конечно, он хочет сделать как лучше. А получается все шиворот на выворот, зад наперед. А какие таланты у Бедокура? Он очень быстрый, ловкий, умелый, в меру воспитан. То есть он очень вежливый, но иногда он переходит какие-то границы. Вот. Он само дружелюбие, никого не обижает, ну, старается никого не обидеть, а если вдруг и обидит, то всегда найдет способ помириться и как-то загладить свою вину. Простите, я... Бедокур всегда попадает в истории, из которых джингликам приходится его выручать. Бедокур... Что здесь происходит? Бедокур, ты же... Ваня, я просто хотел... Я же просил тебя не выходить из круга! Посмотри, что ты наделал! Ну, а повадки какие-нибудь у него есть? Да, он молниеносный, как метеор, и он постоянно перемещается. Он не стоит на месте, просто не может стоять на месте. И если бы я был бедокуром сейчас, то мы бы так спокойно не поговорили. Я бы все время бегал по потолку, вокруг тебя, ты бы за мной, я от тебя, ты за мной, я за тобой. Дома у бедокура, конечно, жуткий беспорядок. Уборку он не жалует. В общем, никакой дисциплины. С любой стороны хорош. Чем бы сегодня заняться? А вы похожи на своего героя? В чем-то похож. Вот, например, он очень любит покушать. Ты любишь покушать? Да, капусту, морковку. Вот, а бедокур любит есть все, что попадается ему под руки, и он все это с удовольствием съедает. И вот я в этом, конечно, на него очень сильно похож. Мне сладость! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Мне самую большую сладость! А с кем из джингликов он больше всего ладит? С Манюней, потому что она ключик к необъятным запасам продуктов, провизии, разных вкусностей. У нее варенье, пироги. А еще бедокур любит пошутить и посмеяться. Вот это да! А вот интересно, какие у бедокура любимые словечки? По-любому! Он все время говорит по-любому, потому что это беспрекословное, железобетонное его такое слово, которое значит, что он как честное слово, как честное пионерское. По-любому! Сергей признается, что очень любит озвучивать бедокура и рад, что именно ему достался такой активный и живой герой. Самое интересное – это смотреть, что потом получается. Потому что, открою еще один маленький секрет, если можно, то иногда я озвучиваю еще не готовый мультик или еще когда его совсем нет. Просто черный экран. А потом, когда я смотрю мультик, и там бегает бедокур и говорит моим голосом, а я за это время, пока делали мультик, уже забыл даже, что я говорил. И для меня это всегда какой-то сюрприз, какое-то удивление. Обожаю работу с огоньком! Фили, София, теперь мы знаем все о бедокуре и его голосе. Сергей такой веселый! И так здорово озвучивает бедокура! Ребята, не пропускайте новые серии джингликов. Следите за приключениями бедокура, ведь их интересно смотреть всем. А нам пора прощаться. До новых встреч в мультобзоре. Пока, ребята. Пока.